Несмотря на то, что в Аргентине самый длинный карантин в мире, моду никто не отменял. Мы снова в креативном районе Палермо. С вами Андрей и Лиана на канале «Жить в Аргентине». Это место отличается не только необычными ресторанами, разными бутиками, интересным оформлением зданий и граффити, а также считается, что тут в основном живет креативный народ, и выражается это через одежду и их манере одеваться. В Аргентине много своих дизайнеров, и многие из них выпускают довольно интересную стильную одежду. Поэтому и называется Буэнос-Айрес латиноамериканским Парижем. А цены иногда могут переплюнуть не только Москву, но и Париж. Давайте зайдем в ближайший магазин и посмотрим, что он нам предложит. Магазин «Жасмин Чебар». Так как это магазин эксклюзивной одежды, выбор невелик. В общем-то, так и должно быть для магазинов такого типа. Приобретая здесь какую-либо вещь, можно быть точно уверенным, что вторую подобную вряд ли встретите на улице. Надо признаться себе, что иногда хочется одеть что-нибудь этакое пестренькое. Вообще, на каждую вещь есть свой покупатель. Поклонники креативной одежды наверняка что-то себе здесь подберут. А вот еще один магазин местного дизайнера, только уже обуви. Мара Люсьяно. Разрабатывает обувь уже более 30 лет. Очень оригинальный стиль. Оля! Сегодня у любого магазина есть высокая конкуренция, поэтому каждый владелец идет на самые изощренные способы привлечения покупателей. Да, но здесь, конечно, есть на что посмотреть. Без комментариев.
что, хотелось бы сказать, что в этом магазине вся обувь кожаная и сравнительно недорогая. Со всего магазина мужчинам выделили только 3 полки. Из такого количества обуви выбор таки сделать можно. Нам понравилось. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Gracias. Ну что, мы выдвигаемся дальше, и мы посмотрим, чем еще нас удивит этот район. Если вы ищете что-то сверхоригинальное, то вам сюда. Магазин Гато предлагает широкий выбор дизайнерских продуктов, современных и необычных. Здесь вы найдете красивые принадлежности, поражающие воображение. Стоимость вещей равная. Что-то можно приобрести дешево, а за какие-нибудь совсем необычные вещи придется выложить кругленькую сумму. Но в магазине всегда можно получить скидку на то или иной товар. Потрясающие часы, лампы и другие принадлежности декора найдут место в любом доме. Как видите, в магазине много чудесного и удивительного. Такие удивительные здания интересно заходить. Казалось бы, что ничем уже нельзя удивить, но компании продолжают удивлять и радовать людей. Оригинальные задумки дизайнеров иногда выглядят роскошно и экстравагантно, а порой смешно и забавно. Seguro que van a buscar acá. Seguro, sí. Bueno, chao, gracias. Посещение любого из этих магазинов станет незабываемым. Подписывайтесь на наш канал, нам есть вам что еще показать.